простой и мощный фен-щетка с вращающейся насадкой. Сегодня поговорим про фен-щетку Philips HP8664. Для начала посмотрим на комплектацию. В коробке лежат устройства мощностью 1000 Вт, широкая круглая щетка с защитной крышкой, щетка со втягиваемой щетиной и инструкция с гарантийным талоном. Эргономичный корпус весит чуть больше 600 грамм. На нем расположены кнопка для переключения скоростей, запуска вращения и снятия насадок. У основания фена шнур на шарнире, длиной почти 2 метра, и кольцо для подвешивания. В комплекте идут две насадки. Широкая круглая щетка диаметром 50 мм делает гладкую укладку, как в салоне. Щетка диаметром 30 мм завивает волосы и создает упругие локоны. Переживать, что насадка запутается в волосах, не придется. Втягиваемая щетина помогает без труда извлекать фен. Щетки вращаются в двух направлениях, и это облегчает укладку. Фен имеет три температурных режима и два скоростных. Режим Care защищает волосы от перегрева благодаря выбору комфортной температуры. Турмалиновое керамическое покрытие и система ионизации берегут волосы от повреждений и защищают от электризации. Фен Philips – простое устройство для быстрой и бережной укладки. Мощный мотор помогает тщательно высушить волосы. Вращающиеся насадки ускоряют укладку, а система защиты и турмалиновое покрытие не дают локонам перегреться.